поздравляем с победой. Долгая была пауза, без специальных матчей. Сейчас вот вернулись, победили. Что в целом можно сказать по поводу сегодняшней игры? Очевидно, все довольны, да? Ну, победе тяжело быть недовольным, конечно. Можно быть недовольным чуть-чуть игрой, но первые, так скажу, первые, наверное, 30 минут команда просыпалась. Если честно, даже когда пропустили, сказал, может, оно и к лучшему, может, команда проснется. Ну, хорошо, что быстро получилось отыграться. Добились положительного результата. В целом, качеством игры, особенно вот в начале матча, сложно быть довольным, да? Я уже об этом сказал, что хотелось бы более, скажем, качественной игры, более смелой, особенно при своих болельщиках. Хочется их радовать такими, этому стадиону нужна энергия. Когда есть активность, когда есть обострение, когда есть удары, голы, этот стадион будет носить себя на руках и быть по-настоящему 12-м игроком. Кисляк сегодня? Главный герой матча, наверное, гол, голевая передача. И играл он для многих, наверное, непривычно, видеть его ближе к атаке. То есть мы все привыкли его как опорника, скажем так. С чем связано это его, скажем так, повышение, продвижение вперед по позициям и как можно его игру характеризовать? Тренерский штаб посчитал, что Серега в этой игре принесет пользу ближе атаки, но на самом деле Серега очень умный футболист и, скажем, не сомневаюсь, он бы хорошо выглядел на любой, абсолютно на любой позиции. Может, если только вратарем, не надо пробовать. А так, получилось, поставили, забило, да, вот, что еще надо? Это от него все и ждут. Сидоренко рано заменили, вышел Кузнецов, такая, во-первых, почему Кирилла, то есть это банально, что не вошел в игру, да, как говорится? Ну, в какой-то степени, да. Кирилл так со старта давно не играл. И, наверное, немножко не получилось, может быть, задохнуться. Где-то игрового тонуса не хватило. Опять же, эта пауза, которую вы сказали, почти месяц, она в любом случае выбивает футболистов из колеи, а когда ты еще и не играешь постоянно. Поэтому, ну, наверное, чуть-чуть задохнулся, и не хватало нам креатива, что добавил Седрик, выйдя на замену. Сейчас уже начинается такое, скажем так, полноценное трансферное окно. Очевидно, болельщики ждут каких-то новостей о том, какие дальше игроки будут подписываться. Есть ли чем-то, не знаю, намекнуть, что? Очевидно, что-то будет, да? Что-то будет, что-то... Все будете узнавать, конечно, и вы будете в том числе отвечать. Все будет... Сейчас о чем-то рано пока говорить. Все будет... Когда все будет, тогда будет все на сайте, будет в прессе. Поэтому о чем-то сейчас говорить пока рано.